У нас нам нынче процедура поздно. Да, как лазарет. Они из дома, никто, он в реанимации. Да. Позвонит, вот чего скажут, а то и все. А кто и дело-то не будет звонить. Скажут, вы что, пристали?
нынче проходил последнюю запись, теперь вот в это поедем туда и что скажу. Не знаю, во сколько. Ну, мы с утра поедем, еще до обеда пройдем. Прям плохо. У него инфаркт 3 дня тому назад был. До скорту уже 4 часа. Через 4 часа только пришла. Народ полно, говорит, болеют, вызовов полно, не успеют. Там же в областной. В этим, в кардиологии. Танька ездил с ним, я не знаю. Танька Игорь. Они в приехали 6 доходило. Куда? Это не утром. Утром они в 6 часов приехали, они пол 4 уехали. А вот вечером нет, ездили. Она на работу пошла, тоже не спавшая. Главный говорит, у меня ничего не работает. Пришла. Завтра вот опять со мной ехать. Замучилась она прям с нами. Нету. Ну, слава богу, нету. Ну да. Я ей вчера же звонила. Зайка начала звонила. Ну, мы только сели ужинать, мне вот таблетки пить, время было. Я ему ужинать, вот сели, я у меня таблетки, я уж так взял, я их пью полшестого, время полседьмого. Но она сказала, потом позвоню, говорит. Телефон что ли, чего-то взломал с ним. Ладно, привет, Колькер, давай. Давай. Ой.
Ну, тут звонит девчонка. Я вон даю чесалкой чесал, вот запреты чешет. Это она. Ай-яй-яй. Голый. Ой, урмры. Что же рисунки не складываешь? Урмры, порпуры, вера. Ну, чувак.
Я затоку не могу запустить. Я тебя просто умоляю. Ahí está. Ahí está.
Вероятно. У нас экзамен завтра. О, к дату, к дату. Дома сакасту. Что ты зовёшь по одной лапшичи? Mm-hmm.